Добрый день, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня мы продолжим работу в разделе «Жизнь – это искусство». Искусство начинается со взгляда и с легкого движения руки, с дождя за окнами, с тумана, с листопада. Искусство начинается с души. На предыдущем уроке мы говорили об историческом месте Танбалы, в котором были обнаружены наскальные рисунки. Давайте прочитаем текст из рубрики «Это интересно». Первым исследователем урочища Танбалы стал казахский ученый Шокан Валиханов, сделавший зарисовки надписей и наскальных изображений. В 2004 году урочище внесено в список охраняемых природных памятников Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Ребята, каждое слово текста является определенной частью речи, а в предложении каждая часть речи играет свою роль. Об этом мы и поговорим сегодня на уроке. Тема урока – части речи и их роль в предложении. Сегодня мы повторим грамматическое значение изученных частей речи, расширим знания о роли частей речи в предложении. Проверим наши знания о частях речи. Вы видите на экране слова. Все они относятся к разным частям речи. Прочитайте их и найдите имена существительные. Искусство, интересный, сочиняет, красочная, исследователь, изучал, рассматривают, поэт, яркое, любуются, пушистые, рисунок. Проверим. Имя существительное. Искусство, исследователь, поэт, рисунок. По каким признакам определили имена существительные? Все эти слова обозначают предмет и отвечают на вопросы «кто» или «что». Теперь найдите имена прилагательные. Проверим. Имена прилагательные. Интересный, красочная, яркая, пушистые. По каким признакам определили имена прилагательные? Все эти слова обозначают признак предмета и отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие». Осталось найти глаголы. Проверим. Глагол «сочиняет», «изучал», «рассматривают», «любуются». По каким признакам мы определили глаголы? Эти слова обозначают действия предмета и отвечают на вопросы «что делает», «что делал», «что делают». Понятно ли вам лексическое значение этих слов? Лексическое значение слова – можно узнать, обратившись к толковому словарю. Найдите в первом столбике слово по его лексическому значению. Автор стихотворных поэтических произведений. Верно, ребята, это слово «поэт». Сейчас мы прочитаем отрывок из стихотворения поэта Сергея Есенина. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой». Серебро и бахрома – это словарные слова. Их нужно запомнить. В стихотворении Сергея Есенина эти слова использованы для сравнения. Поэт сравнил снег с серебром, а пушистые свисающие ветки березы с белой бахромой. Составим предложение
используя только выделенные слова. Первое предложение – белая береза принакрылась снегом. Определим главные члены предложения. О чем говорится в предложении? О березе. Что? Береза. Береза – это подлежащее. Подчеркнем одной линией. Белая береза принакрылась снегом. Что говорится о березе? Что она сделала? Принакрылась. Принакрылась – это сказуемое. Подчеркнем двумя линиями. Береза принакрылась – это главные члены предложения. Как называются остальные члены предложения? Правильно, второстепенные. С каким словом связано подлежащее? Зададим к нему вопрос от подлежащего. Береза какая? Белая. Белая – это второстепенный член предложения. Он дополняет подлежащее. С каким словом связано сказуемое? Зададим к нему вопрос от сказуемого. Принакрылась чем? Снегом. Снегом – это второстепенный член предложения. Он уточняет сказуемое. Теперь напишем над словами части речи. Белая – прилагательное. Береза – существительное. Принакрылась – глагол. Снегом – существительное. Следующее предложение – на пушистых ветках распустились кисти. Определим главные члены предложения. О чем говорится в предложении? О кистях. Что кисти? Кисти – это подлежащее. Подчеркнем одной линией. Что говорится о кистях? Что они сделали? Распустились. Распустились – это сказуемое. Подчеркнем двумя линиями. Кисти распустились – это главные члены предложения. Как называются остальные члены предложения? Правильно, второстепенные. С каким словом связано сказуемое? Зададим вопрос от сказуемого. Распустились где? На ветках. Ветках – это второстепенный член предложения. Он уточняет сказуемое. На ветках каких? Пушистых. Пушистых – это второстепенный член предложения. Он поясняет второстепенный член в ветках. Теперь напишем над словами части речи. Пушистых – прилагательное. В ветках – существительное. Распустились – глагол. Кисти – существительное. Сделаем вывод. Какими членами предложения могут быть имена существительные, имена прилагательные, глаголы? Имена существительные бывают главными и второстепенными членами предложения. Имена прилагательные дополняют существительные, поэтому чаще всего прилагательные бывают второстепенными членами предложения. В глаголах заключен основной смысл предложения, поэтому они всегда главные члены предложения. Предлоги и союзы не являются членами предложения. Они служат для связи слов в предложении. Давайте повторим, чему же мы сегодня научились. Узнали о роли частей речи в предложении. Имя существительное обозначает предмет, отвечает на вопросы «кто» или «что», является главным членом предложения подлежащим или второстепенным членом предложения. Глагол обозначает действие предмета, отвечает на вопросы «что делать», «что сделать», является главным членом предложения, сказуемым. Прилагательное обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие» в
предложении является второстепенным членом. Выберите. Мое настроение похоже на солнышко, солнышко с тучкой или на тучку. Молодцы, ребята! Всем большое спасибо! До новых встреч на уроке русского языка!